самый дешевый, но при этом самый опасный вариант покупки жилья в Испании. Это покупка жилья с окупосами или после окупосов. Причем опасность таится даже не в самих окупосах, которые еще могут находиться в этой недвижке, которую вы покупаете. Дело в том, что эту недвижимость зачастую продают специализированные компании. Значит, работать будем так. Сначала впихнем им Disney, AT&T, IBM и прочие козырные акции. Бренды, которые им знакомы. Как только прикормятся, спускаем лавину дерьма. Весь этот хлам, дешевые акции, все, что приносит нам бабло, с комиссией в 50%. То есть у них, к ним заходишь на сайт, у них очень много вариантов недвижимости, там по бросовым ценам буквально. Ребята, покупайте вот либо после окупосов, либо с окупосами. Некоторые продают там целыми лотами. Без проблем, покупайте. Кстати, видео на тему возможности покупки недвижимости в Испании за наличные я уже снимал, вы можете посмотреть его на нашем канале. Опасно то, что вы на это можете потерять свои деньги. Ну, не все, конечно, но тем не менее вы можете их потерять. Дело в том, что эти компании, они, как правило, берут так называемую предоплату за то, что вы собираетесь там купить у них жилье. Причем это предоплата не обычная предоплата, которая, ну, как правило, дается в момент бронирования жилья, то есть там 2-3 тысячи евро. А эта предоплата сразу 10-15 тысяч евро. Для чего они это делают? Дело в том, что после получения предоплаты ваши деньги начинают досконально проверяться этими компаниями на предмет их легальности. И бывает такое, и часто бывает такое, что они находят очень много причин, чтобы вам в дальнейшем отказать и оставить предоплату себе. Конечно, если у вас полностью легальные средства, у вас вообще нет никаких вопросов, вы получали зарплату в Испании, ее складывали и потом решили купить наконец-то квартирку с окупосами, не вопрос. Тогда ваши деньги будут полностью подтверждены, все будет хорошо. Но если вы завезли эти деньги с другой страны, то вот здесь уже есть большая доля вероятности, что в конце концов компания, которая вам продает эту недвижимость, которая занимается проверкой ваших денежных средств, она вам в конце концов откажет, ну, согласно закону о противодействии отмыванию денежных средств. То есть она вам откажет по какой причине? Причина банальна. Вы не доказали, что ваши деньги действительно полностью чистые. А, соответственно, испанским законом данные денежные средства, которые вы внесли в качестве предоплаты, остаются, правильно, этой самой компании, которая и решила продать вам недвижимость с окупосами. Поэтому, ребят, будьте бдительны, будьте аккуратны. Если оставляете предоплату, старайтесь оставлять как можно меньше предоплаты. И не дайте себя обмануть.